Вениамин Кондратьев отметил, что сегодня есть несколько направлений, в которых совместная работа будет интересна для обеих сторон. В дальнейшем это позволит кубанскому и новозеландскому бизнесу двигаться по пути взаимодействия, отметил губернатор. 75 лет в этом году исполняется дипломатическим отношениям между Новой Зеландией и Россией. Но я не хотел бы говорить о политике, я бы хотел говорить о экономике, о развитии, о взаимовыгодных отношениях, о партнерстве между Кштатским краем и бизнесом Новой Зеландии. Я знаю, что Новая Зеландия обладает благодатным климатом, условиями для сельского хозяйства, безусловно. Кштатский край тоже обладает, можно сказать, похожими климатическими условиями. Конечно, мы также пытаемся сегодня развивать сельское хозяйство, экологически чистую продукцию, сельхозпродукцию, которую мы выращиваем, и которая тоже может быть предметом сегодня экспорта бизнеса нашего края. И мы максимально пытаемся сегодня помочь ему с этой продукцией выйти на внешние рынки. Я думаю, что вот здесь мы можем тоже посмотреть на совместные предприятия и совместно воспользоваться этим опытом и продвигать вместе даже, может быть, совместную продукцию. Конечно же, мы не видим никаких препятствий для того, чтобы развивать практические отношения, торговые отношения между Краснодарским краем и Новой Зеландией. И нет никаких препятствий для того, чтобы позволить бизнесу разговаривать друг с другом напрямую, чтобы они уже сами дальше решали на взаимовыгодных и интересных условиях, в каком направлении им дальше работать совместно. За последние 20 лет это первый визит представителя Новой Зеландии в регион. Иэн Хилл рассказал, что иностранному государству сегодня интересен опыт Кубани в виноделии и туризме. Также отметил посол, их делегация хотела бы узнать, какие возможности сегодня есть у региона в сельском хозяйстве. Новая Зеландия готова поддержать звание Краснодарского края как гаранта продовольственной безопасности страны. В свою очередь, опыт иностранных коллег будет полезен для развития агропромышленного комплекса края. Вы сегодня экспортируете практически 90% своей продукции, она востребована во всем мире. Нам, конечно, необходим этот опыт и те современные технологии инновационные, которые присутствуют в перерабатывающих предприятиях. Возможности реализации непосредственно каких-то объектов уже на территории Краснодарского края, либо совместно с бизнесом, либо новое предприятие. Кубань – один из самых привлекательных регионов в стране для иностранных инвестиций. Только в прошлом году в край было вложено более 1 миллиарда долларов.